Азербайджан постоянно поддерживает деятельность ОПЕК+. Согласно сообщению министра энергетики Парвиза Шахбазова, инициатива Альянса по сокращению производства нефти с участием стран ОПЕК и не входящих в организацию государств имеет эффективный и действенный механизм регулирования в плане стабилизации мирового рынка нефти. Тенденция формирования цен фьючерсов на черное золото без учета баланса спроса и предложения приводит к высокой волатильности и снижению ликвидности на рынке нефти. К нестабильности, написал в Твиттер министр. Это нежелательная ситуация для участников нефтяного рынка в условиях глобального энергетического кризиса, который усугубляется геополитическими факторами. Я разделяю озабоченность моего саудовского коллеги принца Абдель-Азиза бен Сальмана Аль-Сауда по этому поводу и выражаю свою солидарность с будущими инициативами в рамках ОПЕК+, направленными на минимизацию последствий для нефтяного рынка, страдающего от высокой волатильности.